Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное и простое блюдо. Давайте приготовим. Сегодня хочу нарезать салатик, мой любимый, из капусты. Значит, беру капусты, 0,5 кг, морковочка небольшая, 50 грамм. Чайная ложечка сахара нам потребуется, 0,5 чайной ложечки соли. Значит, нам потребуется... Да-да-да, и потребуется уксус 9%, 2 столовые ложки. Значит, зелень, болгарский перец кто-то добавляет, один там огурчик. Это уже по желанию, я вам даю классику. Как в столовке раньше готовили, да? Да и сейчас, наверное, так готовят. Мы с тобой недавно ели, помнишь, когда ездили в Сирею Посад? Ну вот, хочу показать правильные пропорции, чтобы такой был салатик вкусный. Нарезаю соломкой. Вот так. И 1-2 столовые ложки масла. У меня вот прям последнее осталось. Это ароматное масло подсолнечное. Нарежу морковочку. Можно потереть на терке. Ну, я люблю нарезать. Как на терочке. Все нарезали. Беру удобную чашку, отправляю все сюда. Теперь делаем так. 0,5 чайной ложечки, как и обещала, соли. 0,5 чайной ложечки соли. Чайную ложку сахара. Можете 2 добавить, если любите сладенькую. Ну, я вот не очень. Все, теперь перемешиваю. Не перетираю совсем руками, просто перемешиваю с солью, с сахаром. Сейчас капусточка заплачет, будет соку тут, она заблестит. Так, перемешали, оставляю ненадолго, минуточек на 5. Итак, салат постоял минут 5. Все, а теперь добавляю уксус, 2 столовые ложки, 2-3. Добавляю полные ложечки, вот так вот, раз. 2, я добавляю 3 ложки, 9%. Да, 9%, да, 2-3 ложки, вот я люблю больше, чтобы кисленькая была, поэтому я 3 добавила, вы можете добавить 2 ложки и попробовать, мало добавьте третью, идеально, правда, добавляю масло, как и сказала, 2 ложки и ложечку оливкового, то было 3 ложки, шикуешь, да, красота. Все перемешиваю. Зелень ничего не добавляю. Это уже сверху можете присыпать. Дадим салатику постоять с полчасика, чтобы капусточка промариновалась. Все, отлично. Все постояло. Вот поэтому не надо его руками пережимать, так как он уже все дал соку. Отлично получается. Выкладываю на блюдо и подаю на стол. Ну а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!